Космонавт-испытатель — это пилот космического корабля. Мы прекращаем чувствовать любовь, взамен производя лишь гнев, мы прекращаем чувствовать себя. Был его шок от того, когда он увидел, что стало с его миром, который когда-то его в этот космос отправил, а теперь за это намерен убить. Если уж вы выбрали жить и дать этому миру шанс, то вам необходимо достигнуть осознанности на всех уровнях жизни. А это значит присутствовать своим сознанием в любом акте мышления, переживания и действия. Стоит только начать задавать себе этот вопрос. Я счастлив.